Так, ну что ж, вот мы оказались в Африке с какой-то винтовочкой непонятной. Тут всякие какие-то строения различные, вся какая-то башка он лежит, как снабу. Если кто играл. Ух, нифига себе, я погнал. Опа-опа-опа-па. Кого я вижу? О-ля-ля. Ну, господи, это что, прицел? Он что, еще живой? Да охренеть! Фу, слава богу, он завис. Не, ну вы видели это? Что такое? Да это охренеть! Это охренеть! Это кто был такой вообще? Бессмертный! О, кошмар какой-то! Это ужас! Ужас! Я боюсь даже искать его! Кошмар! Охренеть, я в него всадил. Я думаю, выстрелю, убью, дальше пойду. Хрен там. Хрен там, хрен. Ну вот и чё, он тут один на карте, хотите сказать? Я его должен искать? Как-то, если честно, игра особо пока не радует. Ну, я так понял, здесь можно покупать новое оружие, которое будет больше урон, какие-то штучки, там еще гранаты всякие. Не, ну, ребята, я его вообще не вижу. Вообще без понятия, где это чубрик. Чичака, где это чичака? О, что это, самолет упал? Прикольно. Ну, игра, знаете, так вообще на любителя. Что в данный момент пока не особо радует. Бляха-муха, где он? Где этот непонятный динозавр с тремя пальцами, напоминающий карнозавра, но, черт подери, не являющийся ни тем, ни другим. Ни динозавром, ни карнозавром. Что за... Неужели он стоит в том же месте, где я его в прошлый раз нашел? Да вроде нет. То есть я пока не выстрелю, он на меня нападать не будет, я так понял, да? Если бы он в прошлый раз не завис, я бы сдох. Так, а как залезать? А хрен ты тут залезешь, он не хочет. Не, ну ёшкин кот. Куда он спрятался? Среди кустов я его вообще не найду. Может, мне просто воздух выстрелить? Вообще хрен знает. Я уже весь долбанный остров обошел.
Или так называемую Африку. Нету тут вашего динозавра. Если это создание вообще можно назвать динозавром. Его тут нет. Или он тупо где-то стоит, в сторонке курит. Я мимо него прохожу, он такой вообще не реагирует просто. Так, это самолет. Это не то, это не то. Ага, вроде нашел. Да, нашел. Шикарно. Так, вот опять я непонятно где. Ну понятно, это бесконечно можно играть, зарабатывать монетки, какую-то энергию, пока не кончится патрон. То есть видите, у меня было 10 в обойме и 32 дополнительно, а сейчас у меня осталось 10 в обойме и 24. То есть пока не кончится патрон, я могу спокойно бегать. Но если честно, меня эта игра пока особо не радует. Еще вот что-то вот так вот дергаюсь я, не знаю. Пока не радует, и я думал, сейчас вот я найду его в третий раз, и на этом это видео закончится. Потому что больше здесь показывать особо нечего, и смысла тратить всю энергию, показывать вам, как я каждый раз его нахожу, это, по-моему, совсем нерационально. Но как я додумался, что он может быть на берегу, это я вообще красавчик просто, вообще. Не зря я все-таки мне верит и учусь. Не зря меня взяли. Мозги-то есть, мозги-то имеются. Так, ну сейчас этот рептилоид вообще должен находиться где-то на острове. Это 100%. Точнее, ну да, на острове он так находится. Я имел в виду, что не на песчаном берегу, а где-то вот в кустах, где-нибудь здесь. А то у него каждый раз так прячут, что вообще капец. Больше время на поиски тратишь, чем на саму охоту. Да и какая тут, черт подери, охота, тупо добивание. Выходишь, увидел, застрелил. Как-то так вот, ребята, живем. Хрен знает. Опа-опа! Вы это видите? Ебана мать, это анкилозавр! Хо-хо! Ни хрена себе, он огромный. А я-то думал, тут только тираннозавры. Он что, на меня бежит? А я... Фу, он застрял. Слава тебе, Господи. Давайте хоть глянем на него, что ли. Но все-таки какой-то интерес в игре, я так понял, есть. О! Открыт объектив убить спинозавра. У меня 12 патронов и 6 пистолетных. Ну что ж, давайте найдем спинозавра. Сейчас я на времечко гляну, чтобы не опоздать мне никуда. Такс, быстренько нахуй. О-о-о! Вы это видите? Ни хрена себе, он огромный, япона-мать. Тирекс, значит, был маленький, а этот вот, смотрите, титан, блин, долбанный. А зачем мне прицел? Как я в такую махину не попаду? Вот объясните мне. Не, ну вы гляньте, смотрите, как здоровенный. Ай-яй.
Ты что делаешь, шальной? Уйди! Патронов нет. О! Да что ж ты делаешь, ты идиот? Я не понял. Вы шутите? Ладно. Иди сюда. Сюда иди, я сказал. Странно, почему я не бью его ножом? Может, его метать надо? Нет, ну ладно, убей меня. Да хватит. Ребята, вы... Вот. Что ж, вот мы и завершили Африку контракт. Потом будут открываться новые миссии. Там, возможно, будут добавлять новых динозавров. Он, как я вижу, тут более проработанный Т-рекс, Трицератопс. Возможно, они есть также и в Африке. Я их просто не нашел новых. Похоже на лес, так что, думаю, в Африке их искать не стоит. То есть вы видели, да, на каждой миссии добавляется свой определенный динозавр, чтобы как-то разнообразить, но игра особо ни о чем. Но думаю, чтобы занять время на канале, я буду снимать, если в этой игре будет выходить дополнение. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. С вами был Дарт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения, увидимся в следующем видео. Всем пока!